Всем привет! Сегодня покажу, как настроить трейлер канала. Сразу скажу, для чего он нужен. Ну, во-первых, для того, чтобы человек, который заходит на ваш канал впервые, во-первых, он мог ознакомиться с тематикой вашего канала, какие видео вы снимаете. Во-вторых, что самое главное, это как бы такая хитрость небольшая, то есть человек зашел на страницу, он, может быть, просто так попал туда случайно, но у вас уже включается просмотр видео, и у вас тем самым набираются просмотры, то есть человек зашел, трейлер включился, ваше видео включилось, и все, и уже начались просмотры. То есть таких людей может быть очень много. Люди заходят случайно на каналы или просто посмотреть, что, например, за канал у вас, по вашей ссылочке или по вашему аккаунту. Ну и это очень увеличивает количество просмотров на канале. Сейчас я вам покажу, как его настроить, этот трейлер. Для этого нужно зайти в панель управления. Вот я зашла. Сейчас захожу на свой канал. Здесь у нас открывается вот такое окно «Настроить вид страницы. Обзор». Вот я нажала на обзор. Открылась моя страничка моего канала. Опускаюсь чуть ниже. И здесь есть вот такая вот рубрика, то есть написано для подписчиков, как выглядит ваш канал, и для новых зрителей. Нам нужны новые зрители, то есть зрители, случайно зашедшие на наш канал. Открываем и настраиваем трейлер. Сейчас откроется немножко. У меня трейлер уже стоит, но я сейчас его поменяю на другой. Хочу другой сменить. Вот название моего трейлера. Ну, сейчас пока он открывается, в принципе, он мне не нужен. Заходим вот сюда. Изменить трейлер. Удалять не будем, просто изменим. Или же вы добавите его заново. И сейчас открываются все мои видео на моем канале, и я выбираю из этих видео то, которое я хочу поставить своей визитной карточкой, так называемой, то видео, которое будет постоянно открываться. Трейлеры можно менять со временем, чтобы, ну, как бы не приедались они, так скажем, постоянным зрителям. Вот, и открываем, например, выбираю один из трейлеров, открываю и устанавливаю. Наиболее понравишься тот, который вы считаете самый интересный на вашем канале вообще. То есть, чтобы зритель, зашедший вновь, сказал: «О, я хочу подписаться на этот канал. Да, вот этот трейлер мне нравится, вот это видео я хочу смотреть, этот канал». То есть заинтересовать зрителя. Наша задача — заинтересовать, и в то же время у вас будут все равно идти просмотры. То есть захочет зритель подписаться, не захочет, все равно он уже, этот трейлер включится и будет просмотр у вас. Вот я выберу, например, вот это видео, открываю и устанавливаю трейлер. Для этого, после того, как вы выберете, обязательно нужно нажать кнопочку «Сохранить». И все, вот он, трейлер уже здесь на моей страничке. То есть человек зашел на страницу, все, он автоматически включается и начинает показывать. Пожалуйста, не забывайте ставить трейлеры на свой канал. Это очень важно для вашего канала, для рекламы вашего канала, для подписчиков, для просмотров. Подписывайтесь на мой канал, буду рассказывать много интересного. Всем до встречи на моих видео. Всем пока, с вами была я, Лолочка. Удачи вам и очень много-много просмотров желаю и подписчиков. Вообще на моем канале очень много полезной информации для тех, у кого есть свой канал. То есть я рассказываю, как делать рекламу, как набирать подписчиков, как вообще делать свой канал лучше, чтобы у вас были просмотры и все остальное. То есть подписывайтесь. Помимо всего этого, другой информации тоже очень много интересной на различные темы.
Поэтому всем добро пожаловать, welcome на мой канал.